Муж пришел в магазин и говорит продавщице: «Можно мне капроновые колготки? А какой вам размер нужен? Мне пофиг, главное, чтобы яйца влезли». Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить яйца по-питтсбургски. Желтком наружу, по гениальному рецепту. Для начала вы берете яйца, идете в самую темную комнату, у нас это туалет, и подсвечиваете яйцо, проверяете, что оно светится желтым. Светится! Да. Ура! После чего мы берем яйца и скотч и начинаем скотчем перематывать яйца. Как следует обмотать их скотчем. Обмотали яйца. Не жалейте скотча. Не жалейте. Дальше берете женские чулочки, можно с дырочками, но обязательно стиранные. И делаем такой трюк. Давай. Так, одеваем яйцо в чулок. Тут главное не перепутать, что куда одеваем. Я тут не очень хороший оператор, не очень хорошо держу камеру. Ну, как уж держишься? Ну, так, ну, да. Папа удивляется, что я умею, как это подобрать слово? Ловко орудовать яйцами. Папа. Мам, покажи на... Покажи. Вот такое вот яйцо получилось. Видите? Все быстро, четко. И да, что вот дальше так делаем? Дальше. Вот так вот крутим. Осторожно, мам. Осторожно. Почему? Что почему? Почему осторожно? Потому что оно может... Подними выше камеру. Шаешем. Да нет, подними выше камеру. Вытащили яйца из чулков и опять идем в туалет. В темное место. Самое темное место в квартире. Стало темнее. Второе. Не намного, но стало. Все, пойдем. Теперь дело за малым. Кипятим воду. Опускаем яйца в кипяченую воду. Прям вместе со скотчем. Валерия, давай вторую. Второе яйцо в студию. Аккуратненько. Она точно закипела? Да, кипит же. Давай, аккуратно спускай. Так, что дальше? Сколько времени варим? А не написано. Сказано несколько минут, и видно, что оно вначале должно закипеть. Так, а потом что? Ну, потом вытащить. Теперь мы берем миску с холодной водой, добавляем туда лед, а после чего... У нас вот такой цветной... Фруктной. Добавляем туда, бросаем туда яйца. Готовые яйца. И оставляем их на несколько минут, чтобы они там остыли. Надо посмотреть, насколько холодная вода. Ну а теперь все элементарно просто. Снимаем этот скотч. Все амбулансы разные. Не должны быть на это скоро. Эх, что-то мне кажется, что мало ты крутил яйцом. Так, давайте раскроем еще второе и посмотрим. Марина, спасибо, конечно же, за рецепт, но у нас получились... Обычные яйца. Самые обычные давайте яйца. Давайте мы сейчас и съедим. Мы их, конечно, съедим, но знаете, какой плюс в этом всем? Мы прекрасно провели вместе время. Это и правда. Так, люди добрые, попробуйте вы по этому рецепту. Оригинальное видео я оставлю в описании. Видите, такие яйца разметаются на ура. Даже не дают мне доснять видео. Папа уже начинает кушать. Я уже скушал. Попробуйте. Пожиратель и яиц, вы, папа. Пожиратель яиц. Попробуйте и я вы. Попробую. Вдруг у вас получится, потому что у нас ничего не получилось. Но что, сам процесс... Яйца крутые, очень хорошие. Сам процесс очень понравился.